Приветствую вас, дорогие, как говорится, счастливцы, владельцы УАЗов. Вот. В этом ролике я вам покажу, как оптимизировать, переделать. Небольшая переделка такая по педали газа. Ну, давайте приступим. Вот, значит, систему отопления я сделал зимой, все нормально, педаль перестала замерзать. Но только наступила весна, значит, сразу грязью у меня забило здесь вот эту родную скобу, которая тут была. Вот специально я ни разу за все лето, после переделки, вот, сейчас, я не знаю, сейчас видно, не видно. Так вот сделаем, да? Ну, вот, значит, система отопления, которую я переделал, у меня есть ролик, можете посмотреть, себя оправдала полностью. Я ей доволен. А вот грязь, конечно, летняя, вот тут была скоба, ну, вы знаете, как у вас. Я ее болгаркой срезал, вот здесь, я поближе сделаю, чтобы было понятно. Убрал полностью, оставил родную ось у педали. Вот здесь маленько усилил, приварил. Вот тут вот не видно, да? Ну, не суть, поймете. Пол гайки, пол шайбы отрезал и приварил. Усилил как бы здесь это. Все, вымерил расстояние приблизительно, подобрал по диаметру шайбу, прихватил ее здесь, здесь. Все. Значит, педаль. Вместе с педалью сразу прихватил. Одел контрольную. Просверлил дырочку, вставил вот гвоздик, видите. Все. Проблема. Запас тут хороший. Проблема отпала навсегда. Все, абсолютно доволен педалью. Как удав. Не знаю, почему так на заводе не делают. Отъездил все лето. Ни разу здесь, вот видите, грязь. Я ни разу ничего не чистил. Только с коврика сметал. Вот такая небольшая, как говорится, доработка, переделка педали. Вот, избавит вас от вечных мучений, вечным клином этой педали. Ну, все, всем пока, до свидания. Пользуйтесь на здоровье.